футбольный дартс, шуточные спортивные состязания, аттракцион Angry Birds, а также рисунки цветными мелками и маркерами, аквагрим для малышей. На спортивном семейном празднике, организованном администрацией Одинцовского округа совместно с Академией футбольного клуба «Барселона» в России, интересно было всем. Это наше первое мероприятие в Одинцово, это праздник футбола, и главная наша цель – это показать, как классно заниматься спортом, что это семейный праздник, что это семейный спорт. Мы надеемся, что всем понравится философия Барселоны, и все найдут для себя что-то интересное. Сегодня присутствует не только под знаком футбольного клуба «Барселона», а именно мы видим борцовская школа «Тхэквондо», мы видим боксерские поединки, награждения, то есть хорошее сопровождение. То есть это настоящий праздник. Именно как раз в том виде, чтобы привлекать внимание людей, кто еще не вовлечен в спорт, чтобы показать, что это близко, что это правильно и крайне необходимо. На одной из площадок турнир по боксу, приуроченный ко Дню Победы и посвященный ветеранам. В соревнованиях приняли участие около 100 детей из Одинцовского округа в возрасте от 10 лет, а также взрослые спортсмены. Есть разрядники, есть простые там начинающие спортсмены. Мы для всех предоставляем вот эту возможность, чтобы участвовали, получили турнирный опыт, потому что это очень важно, когда есть соревновательный опыт. По соседству с боксерами – площадка одного из популярнейших видов спорта – олимпийское тхэквондо. На татами и юные спортсмены, и молодежь. Много девушек. Для этой борьбы особенно важны быстрые крепкие ноги и хорошее физическое состояние. Ведь результаты подсчитывает компьютер. Все на электронных жилетах, электронные носки. Судья здесь не вмешивается, все считает электронная система. Ударил, выбил кладжоль, у тебя вышел балл, не вышел, значит, не той силы ударил. После презентации турниров официальное открытие праздника. Государственный гимн страны исполнил заслуженный артист России Денис Майданов. Завершается официальная часть праздника сюрпризом. Фран Пуйоль от футбольного клуба «Барселона» передал памятную футболку с автографом Лионеля Месси для главы Одинцовского округа Андрея Иванова. И, наконец, долгожданные футбольные турниры и товарищеские матчи. В первом дети играют против пап. На поле как совсем малыши, так и ребята постарше. Но побеждают все, ведь самое важное – это игра в команде и любовь к спорту. А в финале праздника – товарищеская встреча между тренерским составом Барселонской академии и представителями администрации Одинцовского округа. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».